Оттепель в первые весенние дни. Последний месяц зимы уже 3 года подряд радует красноярцев теплой погодой. Средняя температура в феврале у нас минус 9 при норме минус 15 градусов. В марте синоптики прогнозируют теплую погоду, но без сюрпризов не обойдется. Всю первую декаду марта нам обещают минусовые температуры ночью и плюсовые днем. Причем в некоторые дни воздух будет прогреваться до 6 градусов. Во второй декаде ожидается похолодание, по ночам до минус 15. Из-за перепадов температуры на дорогах ожидается сильная гололедица. А под конец месяца теплая погода вернется в город. Днем ожидается до плюс 8. Получается, что погода у нас опережает календарь примерно ровно на месяц, потому что соответствует первой декаде апреля. Наиболее интенсивные осадки мы ожидаем, что выпадут со 2 по 5 марта и, ну, ближайшие, да, и с 8 по 11 марта.